Итак, нам должны найти все тачки угнанные и потом их доставить хозяевам. Найдешь их? Как там? Я уже забыл, как они там называются. Вселение водителей. Да, вот так вот оно называется. Ну все, начинаем уже поиски машин. Слушай, чувак, а может мы куда-нибудь поедем? Да чего? Скоро узнаешь. Что? Куда мы заезжаем? А я на самом деле мент. А, так, я так и знал, что ты мент. И тебе нельзя доверять. И ты, короче, меня споймал. А ты был моим другом. Что ты сделал с тачкой? А что? Ничего, сейчас узнаешь, что и с тобой будет. Что? Что? Что за фура? А я мент на самом деле. Что? Узнаешь, кто я? Эй, слушай, чувак, меня зовут вообще-то Рауль, и я из Италии. Да? Да, из Италии. Так что меньше болтовни. Ну, сейчас ты узнаешь, куда ты приедешь. Если ты на меня будешь кричать. Что? Вот видишь, что с тобой будет? А, ты мент? Да, я мент. Так, слушай, Тамер, тут такое задание, чтобы дружбан этой девы, за которой мы следили, мы должны, чтобы он ее выполнил ее гонку. Понял? Понял. Вместо него выполни, а то он фигов. Хорошо. Ну что, начнем гонку? Да, начинаем. Слушай, а ты неплох, молодец. Да не за что.